Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции. И сегодня я вам расскажу про торговлю БНБ. Значит, за последнюю неделю я торговала БНБ несколько раз. Почему БНБ? Потому что эта криптовалюта, она поддерживается Binance'ом, и ею можно оплачивать комиссии. Несколько видео назад я уже записывала видео, что выгодно торговать БНБ. Ну вот еще раз вам доказательства. Во-первых, оно сейчас очень хорошо прыгает. Если раньше было где-то 17 его цена, 17-16, то сейчас 22 уже. Вот. И начала я торговать вот на росте. Я покупила на $40, 21.82, и уже это было ночью, и утром по 44 продала. Но тут дело в том, что я продала две штуки, купила 1.83. Чтобы вы не путались тоже, лучше всегда ставить, ну как я делаю, например, именно цифру общую закупки $40. Так легче будет смотреть прибыль. То есть если вы 40 продали там за 42, видно, что вы $2 заработали. Вот. А если ставить по количеству криптовалют, например, там 200, 2 или 2000, то тогда сложнее высчитывать сумму прибыли. Нужно все время пользоваться калькулятором. Вот. А если именно сумму закупки, тогда сумму продажи легко вычислить. Вот. И, например, я вот купила за почти на $20 по 22, и потом на $2 опять же 2 единицы за 21.89. И продала я только на следующий день за 22.28, когда он опять начал расти, но именно и то, и то. И опять же, вот видите, $64 и 6. Непонятно, как его отнимать. То есть минус 43.78. И минус 19,8. В общем, сложные вычисления. А если вы торгуете множеством криптовалют, то это, ну, как бы долгое время занимает. Вот, нужно быстро ориентироваться, поэтому предлагаю покупать вот как следующую покупку у меня на $50. Но вот видите, все равно 49.91 оно купило само. Неровно 50. Это тоже надо учитывать, когда считаете прибыль. Вот. А продалось по 22.84. И уже 47. То есть 50-47. То есть плюс там еще 0.9 было. Уже получается $0.5 заработал. Это 1%. Ну, за день. Практически. Нет, не за день, с ночи до утра. И потом я купила даже так, с 9.50 до 11.22. Так, потом я купила вот последнее по 22.03. Опять же, смотрите, не на $50 она продалась, а на 49.79, и продала за 50.35. То есть это опять 1% я заработала, и в принципе тоже за пару часов. А БМБ, он очень хорошо прыгает. Сейчас я вам открою фильтр пара. На букву Б мы смотрим БНБ.
И объем торгов у него всегда хороший. И прыгает. Смотрите, 22.42, 22.77. Это почти 2%. И так он прыгает все время. А вот есть даже 22.04 и 77. Это больше 3%. И даже до 92 он допрыгивает. Вот, несколько дней назад он был 23. Но сейчас чуть-чуть снизился. Вот, а до этого 21. Вот, поэтому, в принципе, в этих пределах пока оно держится. Оно поднялось недавно. Сейчас я там на 4 часа. Вот, раньше оно все время было на 19, 18 и так. Теперь пока держится наверху. Ну и снижаться не очень собирается. Вот, поэтому такая криптовалюта Bend. Ее можно использовать для оплаты комиссии Binance. И плюс в том, что когда вы оплачиваете, когда у вас есть на балансе Bend, ой, не Bend, а BNB, то вы можете получить скидку на комиссию при торгах. То есть, если так, у вас там 1%, 0,01% снимается комиссия, то так 0,075%. Это, ну, как бы, значительно лучше. И поэтому лучше использовать BNB. Хотя бы купить одну штуку, чтобы оплачивать им комиссию. Ну, а если вы вдруг купите и оно упадет, то вы спокойно потом оплачиваете комиссию со скидкой и тоже на этом выиграете. То есть тут вы ничего не теряете. Ну и плюс все время поддерживает это Binance. И еще, вот у меня, например, кошелек. И тут есть такая строчка сверху, небольшие балансы для конвертации. То есть, когда вы продаете разные криптовалюты, может быть остаться несколько там тысячных копеек какой-то криптовалюты и зависнуть у вас на счету, потому что, ну как у меня пишет Binance, минимальная сумма сделки $10. А если у вас там осталось на полдоллара или еще меньше, то вы или вам придется заново купить ту криптовалюту и продать уже на 10.5 долларов, или, ну, как бы она зависнет. Поэтому тут можно эти все мелочи конвертировать в BNB, тем самым пополняя его баланс. Очень удобно. Вот, всем спасибо за просмотр. И до следующего видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока-пока.